Ну что ж, Владислав Крушельницкий. Еще раз? Да, Крушельницкий... Слав Крушельницкий. Вновь будет бросать. Еще один выход для него. Я не успеваю считать, сколько попаданий у каждого представителя этого конкурса трехочковых. И, судя по всему, Крушельницкий выступил достаточно достойно, чтобы идти еще далее. И его первая стойка начинается прямо сейчас. Второй в цель. И из всей первой стойки у него всего одно попадание. Его очень активно поддерживают сейчас партнеры. Первый точно слева под 45. Третий также попадает. И манибол. Манибол тоже в цель. Крушельницкий бросает в лоб. Теперь вот полетело. Обычно, когда первый летит, дальше гораздо лучше процент с центральной стойки. По сути, наверное, самая простая, но у... Практически у каждого игрока есть своя фирменная точка под 45 слева-справа или под 0 слева или справа. Крушельницкий, по-моему, лучше всего исполняет именно под 45. Ему подсказывают, надо забить. Есть! Был, да, поправил немного прическу для элемента шоу, но все равно не попал в свои последние попытки. Отбивают пятюни все игроки сборной Запада. Ну и Владислав Крушельницкий выигрывает конкурс трехочковых бросков. Поздравляем его с этим. Виктор Кейро выходит его награждать. И поздравляем его от всей души. 88-й номер Запада из КФУ Симферополь. 97-го года рождения этот парень. И один из самых ярких снайперов этого сезона. Напоминаю, 36% реализации, ну и рекордсмен по количеству попаданий. 93 из 259 попыток.